Ферит зайдет в бар и спросит, где моя жена. А затем, когда он увидит Али рядом с Сиран, он скажет, ребенок, что ты делаешь рядом с моей женой? Потом он скажет, Сиран, вставай, мы идем. Схватит девушку за руку и потянет ее, а Али попытается ее остановить. Сиран вышла очень злая. Ферит пошел за ней, они ссорятся. Сиран кричит, все кончено. Было снято очень много версий сцены, и какую поставят в сериал, непонятно. В одном из сцен Ферит танцует с девушкой, держа ее за талию. Ферит будет с Абедином в баре, Сиран с девочками тоже решит поехать в бар. Они поедут в тот же бар, где и Ферит, когда Сиран зайдет в бар, то увидит, как Ферит тусуется с двумя девушками. Как вам такие новости? Напишите. И также появился спойлер, что Ферит будет умиляться тому, как ребеночек пинается в животе Пелен. Достоверные источники подтверждают этот спойлер. Но Пелен скоро уйдет. Ставьте лайк и смотрите новые спойлеры. Съемки сериала «Зимородок» продолжались до вечера в клубе. Снимают множество сцен ссоры. Ферит, Абедин, Сиран и их друзья были в баре. Ферит почти подружился с этими мужчинами. Начинается большая ссора Сейфер и драка. Сиран бьет Ферита, и он уводит ее из заведения. В обед снимали сцену ревности Ферита и Сиран из-за Али. В итоге сцена закончится таким образом. Али вмешивается в разговор Сиран и Ферита. Аби садится в машину, Ферит и Аби уезжают. Сиран остается с Али в баре. Трудно поверить. Вчера в доме Шихму зашли съемки. У Сабрии, Севджан и Бюшер съемки закончились к вечеру. Тургут, Бюшер и охрана Шихмуза переместились на съемки в особняк Халиса. Нюкет стала третьей женой Шихмуза. Зерин и охрана поселились в особняке.